отражать удары, и они закружились. Тут она больно достала его, да так, что он даже сама испугалась. Улыбнитесь. Он схватился за голову, бросил подушку, застонал. Она так ему подбила, правду больно или обманывает. Подумала, этот Кремонтик никогда не обманывает, не умеет. Поставила сковородник, села на табурет и завыла. Да так, с причитом. Ой, да что же бедулюшка такая? Ух ты, что же ты будешь такой-то? Копила, да эти денежки, копила, копила. Ух, скважина. Я уже и шубки-то присмотрела в магазине. Думала, сегодня придет, принесет, и пойдем с ребятишками мерить будем их. Скважина. Ух. И будут наши детки в школу ходить не рваные, а бодрые, а нарядные и теплые. Да где же мне тебя рваные-то ходят? Не молчи, скотина! Сел ты, подавился. Жалко, не подавился. Ты нас теперь... Выпьешь чутушечку после баньки. Вот. Водички из колодца. Да. Ты у нас будешь две смены пахать. Понятно? Пешком на работу будешь ездить. Две смены пешком, ну ты даешь. Пешком. Так мы репетировали. А еще где надо, так и бегом побежишь. Где скважина? Ну, две не две. Полторы недельку, там, ну, две отломаю. Я уже и с мастером договорился. Сам не понял, что проговорился. А когда опомнился, говорит, так я как хватился, денег-то нет, ну и сразу на работу.